Паш, ты не представляешь, вот это ты устроил в предыдущем ролике. Ты знаешь, Паш, они собрались за счет своей команды и начали нас знать, что мы не умеем готовить. А мы умеем готовить. Да ты даже сковородку в руки брать не можешь. Даже плитов чищать не можешь. Тихо. Мою маленькую гречечку. Тихо. Ну подумаешь, готовить немед, научится еще. У них еще все впереди. Они хотя бы развиваются, в отличие от некоторых. Тебе башка сейчас открутится, если ты его так вот дергать не перестанешь, сосиска. Да не открутится, смотри. Хватит обижать моих девочек. Ты меня понял? Что происходит? Это я у тебя хотел спросить, что происходит? Меня одну серию не было, они уже ноют. А, так вас не было, тогда вы не знаете, что мы сегодня угадывать будем, да? Тут-то? Жранину? В смысле? Пельмешечки в бульончике здесь. У вас борща навалили. Здесь у нас жареный кролик. Угощайся чем только хочешь. Можешь взять печеньки с слаймом, круассаны вообще, куриный суп, банка меда, суши, пицца Маргарита. В предыдущей серии у нас немножко обновились правила. Теперь мы угадываем не статуэтки, теперь мы угадываем жранину. Вот как бы мы на девок тогда и нагнали то, что они готовить вообще не умеют. Но они как бы реально готовить не умеют, потому что из трех раундов они ни один не выиграли. Да ты даже плиту включать не умеешь, а ты вот гонишь на них. Мы уже выяснили в прошлый раз то, что мужчины-повара намного лучше, чем женщины-поварихи. Неправда, мы тебе в обратное докажем. Да ты поперхнулся нашей едой. Хапу, понял? Да, вот плевать вы только и умеете. А на самом деле даже яичницу приготовить не сможете. Такие сочные. Каждый день мама готовит на ужин. А какая пюрешка-то? Что же вы такие глупые-то, господи? Так а зачем ты вслух говоришь, что ты загадываешься, они нас тоже слышат? Ну так аппетитно выглядит, понимаешь, вот сочные. Ладно, все, что мы выбирали, теперь надо будет перевыбирать обратно. Мужики, я вам все же предлагаю тогда... Ну не скажу, что это аппетитно выглядит, но мне кажется... Они это в жизни не смогут догадать. Вот это угадать. Бери хрень, затаскивай туда наверх, а я пока пойду спрошу у них первый вопрос. Бишка, есть идея, что им можно задать? Итак, девочки, есть вопрос. Коронный вопрос. Есть ли в этом продукте мясо? Да, что там? Нет, мяса тут нет. Передайте этим олухам, что мяса тут нет. Нет, олухи, мяса нет. Хорошо, фуфлыжник. Иди, убирай. Теперь мой вопрос на очереди. А ваш продукт получается... Я думал, что вы не только готовить не умеете, но вы еще и глупенькие. Итак, мой вопрос. Ваша еда является выпечкой? Нет. Ну тогда убираем всю выпечку. Бишка, если ты, мой хороший, тыкнешь куда-то не туда... Ты потом знаешь, куда я тебе тыкну. Да слушай, не беспокойся, я, видите, профессионал, понимаешь? У меня Саша работает поваром. Ну его нету, да я хорошо готовлю. Что ты самое необычное в своей жизни кушал? Бешбармак нафиг в своем Татарстане. Поэтому не умничай вот это вот здесь, Бишка. Так, а сколько у нас получается? У нас 12-10. Мы в предыдущий раз с Крайпом и с Данилом в сухолямбу их затащили 3-0. Если мы сегодня не справимся... Вопросик. Ваше блюдо кушают обычно на десерт? А, девочки, идите посмотрите, там где... Господи, да что же вот это за амнезия двухсекундная? Это не смешно. Мне очень жаль. У меня беда с краткосрочной памятью. Беда с краткосрочной памятью? О, что она лепит? Нет, это правда. И у меня все родственники такие. Да просто запомните, что у вас там наверху находится. Что у вас там наверху, скажи? Да просто сложный вопрос. Ну, в принципе, да, можно кушать на десерт.
Можно кушать. На десерт, то есть мы убираем борщ, потому что борщ не кушают на десерт, жареный, то они так, они куда ручонки свои хранят, ты что не знаешь, как в это играть? Банку, мне кажется, 100% банку меда. Они так сказать, круассаны на десерт, печенье слаймом на десерт, торт на десерт, тыквенный пирог. У нас 8 сладостей еще осталось! Хрейт, это твоя женщина, ты знаешь, что она могла 100% не выбрать? Во-первых, это не моя женщина. Как ты достал, господи, 100%? Я не знаю. Ты еще мне говоришь, после такого ручонки не распускать, ты! Они не могли выбрать печенье слаймом, ну кто любит вообще? Задавай вопрос, быстрее! Кто любит печенье слаймом? Задавайте вопрос быстро! В вашем блюде нет! Так, теперь наша очередь задавать вопрос, наша очередь задавать вопрос. Иди сюда, не заходи! Есть! Вопрос, ответь, овощи есть? Есть. Хорошо. Убираем все, что где нет овощей. Нам капец. Там только одно блюдо с овощами. Ну я могу ошибаться, конечно, тем не менее, убирайте все, что есть. Что? Мы первые! Что? Нет! Мы выиграли! Я угадал, что это банка меда! У меня экстрасенсорные способности, экстрасенс! Блюдо! Осьминог? Господи, да не может же! Да, нет, это шутка, просто... Нет, это не шутка, нет! Человек не убит! Ваше блюдо, осьминог, ваше блюдо! Нет, ваше блюдо не осьминоги! Что это было? А, ничего, случайный вопль. Не обращай внимания. Из 24 блюд ты убрал одно, и даже они одно убрали, хоть еще даже вопрос не задали. Хрейт, иди, знаешь, в лес потеряйся. Да слушай, проверить любого. Я не шучу. Иди в лес и потеряйся там. Иди по грибы и не вернись. Хорошо. Так, Бишка, мы с тобой вдвоем остались. Давай что-то человеческое. Вопрос. А, они же вопрос задают. Сейчас они нас опять втащат. Давай. Ваше блюдо подают на завтрак. Что за глупый вопрос? Натах. Ты в курсе то, что здесь любое блюдо подают на завтрак? Ну, знаешь, есть какие-то особые блюда, которые подают на завтрак. Там, я не знаю, может быть, сырники, блинчики, там яичница с беконом. Вот что-то из этого. Здесь нет ни одного блюда, которое я бы не кушал на завтрак. Поэтому мой ответ тебе да. Ладно, хорошо. Хорошо, девочки, убираем. Ты же понимаешь, что... Головой вот гениальные свои помысли... И задай так... Иди в лесу Хрейда найди в первую очередь. Понял. И не вернись больше. Так, теперь моя очередь задавать вопрос. Нет. В смысле нет? Я запрещаю. Туда его, Саша, да! И Бишка, вернись с леса, забери сосиску, потеряй ее в лесу вместе с собой. Ваше блюдо связано с печеньем. Ну, с выпечкой. Печенье же выпекают с выпечкой. Нет. Нет, не связано с выпечкой. То есть там нет теста. Тесто равно сильно выпечке. Нет. Вы понимаете то, что пельмени это тоже выпечка, это тесто. Отвечайте на третий вопрос. Стойте. Это не вопрос, это утверждение дополнительное. Нету там теста, и убирай уже. Хорошо. Это хорошо. В меде нет теста, в пельмени нет теста. Котлеты с пюрешкой здесь теста нет. Зато в пицце есть тесто, в печенье есть тесто, в торту есть тесто. Ну, кстати, в индейке теста нет, в курином супе нет, в круассанах нет. Подожди, а надо вопрос, надо убирать там, где есть тесто или там, где нет теста? В жареном тосту есть, в роллах. Так, ну получается то, что как бы все... Но я проиграл. И, наконец, мой финальный вопрос, который тебя просто в щепки. В твоем блюде есть яйца. Слушай, ну вот как бы нет, я же его убрал.
Ну так есть яйца. Нет! Есть яйца. Девушки без исключения, не дай мне соврать. Рот. И что ты там говорил про девушек? А ну забери быстро свои слова обратно. Твой максимум это приготовить 2 сосиски и 2 яйца. Мой максимум это приготовить вкуснейшую пиццу. Понимаешь, мы с тобой на разных уровнях. Я приготовлю тебе самый вкусный борщ в твоей жизни. Ты будешь наслаждаться, поедая его, но я... Хрейт! Вернись из леса с грибами! Хрейт! Подожди, я сейчас спрошу. У меня есть живое доказательство. Хрейт! Он же реально в лесу потерялся. Я же его в шутку отправил. Хрейт! Хрейт! Звоните в МЧС, мы человека потеряли. Да бегу я, бегу! Вижу, скажи мне, мой хороший! Держи! О, он реально грибы принес, спасибо огромное. Скажи мне, мой хороший Хрейт, что Натаха готовила для тебя самое вкусное в твоей жизни? Один раз она мне приготовила суп, яичницу, и после этого мне пришлось делать ремонт, потому что она спалила мне кухню. Ну, в целом, да. Ты чё на Натаху гонишь, сын? А ну, забери свои слова обратно! Хрейт, а ты чё смеёшься? Хрейт, как бы тебе так сказать? Я специально сожгла твою кухню. Отсюда его, Натаха! Это кошмар какой-то. Вопросик, идите там обкашляйте, пока я сюда поднимаюсь. Господи, пока вот это... Так, счет 24... Счет же 24-24! Это самое... А у нас сверху не написано ничего. Ты что-то сломал, что ли? Да нет, все работает просто. Мишка, электрика вызови. Халафо, сью за минуту. Да, только где ты в цифровом цирке электрика вот это найдешь? Вопросик нам на ушко нашепчите. Ваши блюда заедают с чаем. Ваши блюда заедают чаем? Что это значит? Ну, кушают и пьют вместе с чаем. Стоп, как звучал вопрос? Заедают ли это блюдо чаем? А ну нет, чаем ничего не заедают, только запивают. Ну все, туда их. Бишка, электрика нашел? А вопрос придумал? Да, придумал. Давай, только адекватное что-то, пожалуйста. Ваше блюдо, осьминог? Так, хорошо, давайте... Нет! Стоп, умоляю, ради всего... Ну дай мне хотя бы, ну это ты же видишь, с кем я сегодня нахожусь. Ну ты, они второй раунд подряд задают один и тот же вопрос. Ну дай хотя бы один шанс, ну молю тебя! Девочки, что вы скажете? На колени сейчас стану! Ну хотя бы дай... Ну если на колени, ну хорошо. Слушай, Пишка, иди в чьи двери и потеряйся. Ну, иди. Ну, ладно. Why is this happening and what am I doing here and how am I ever gonna get out of this fucking place? Wait, what the hell was that? I can't take this anymore. My God, this whole wacky world just makes me wanna fade. When our purpose starts to fade, we'll feel our minds decay. Our memories become so distant. Soon we all will be erased. Burster bubble, but you will be! Why is this happening? And what am I doing here? And how am I ever gonna get out of this place? Wait, what the hell was that? I can't take this anymore. My God, this whole wacky world just makes me wanna fight. Ваше блюдо вредит фигуре? Нет. Или, подожди, а я не помню, что это, почему, погоди, не знаю. Ну, условно, пицца вредит фигуре, овощной салат не вредит фигуре. Да тут половина вредит фигуре. Ну, так вот именно, это я говорю, насколько жирная ваша еда, то, что, условно, каждый день ее кушать нельзя. Да ладно, ладно, хорошо, не буду тебя мучить. Да, это жирное, да, там много калорий. Значит, убираем осьминога.
и убираем куриные ножки с картофеля. Бри, это не жирная натаха, это человеческое. Борщ — это целым то шоколадное печенье. Жирное печенье, жирное, жареный кролик. Нежирное печенье с лаймом, пельмени в бу... Нет! О! Нет! Да! Она да! Точно да! 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 Сделала! Почему ты на медик нажала? Почему? Случайно тыкнуть. В смысле, как можно случайно тыкнуть? Это счет 2-2. Это... Ты почему вернулся? Ты ж потерялся. Я хотел сказать, ура, победа! Ура! Победа, мы выиграли! На медик! У нас ничья. Счет 2-2. Да твой интеллект. Знаешь, что с ним? Да я говорить не буду. Бери, Тото. А вы? Мое мнение ты знаешь. Слушай, Хирейд, подойди, мой хороший, сюда, пожалуйста. Видишь океан? Ну? Иди поплавай и потеряйся. Never tip your hat and stop to talk a while. Don't be rude, never mock. Throw a kiss, not a rock. Clear the aisle and never smile at Mr. Croc. Dial. С позором, если мы не загадаем то, что они 100% не смогут угадать. У меня к этому моменту подготовлено отличное блюдо, Эдуард. Бутерброды с колбасой. Съешь их сам, мой хороший. Ну, если ты не хочешь, я могу съесть сам. Ладно. Возьмем тогда просто вот это. И будем молиться, что они не догадаются, что мы с тобой сегодня вдвоем загадали. Хрен, походу, реально там потерялся. Это будет самый легкий вопрос. Ваши блюда жарят? Нет. Ну все, тогда убираем все жареное, да? Хорошо, встречный вопрос. А ваши блюда запекают? Нет, наши блюда не запекают. Смотри, маргариту запекают в духовке. Дальше, роллы там вообще ничего делать не надо. А котлетки, круассаны запекают. Дальше, пельмени, тыквенный пирог запекают. Бишенька, торт запекают. Пиццу запекают, индейку запекают, ее не жарят. Жареные тосты, что с ними делают, Бишка? Запекают. Тут же написано «жареные». Если они жареные, значит их жарят. Их жарят. Убери, знаете, что напишут. А там то жареные, то жареный кролик, жареный кролик. Печенье запекают. Я знаю, как печенье готовится. Овощной салат, банка меда, куриные ножки, осьминог. Я еще фиг его знает, что с этим оболтусом делают. И печенье запекают, печенье запекают. Ну, в целом, с одного... Бишка, ты вот реально до сих пор электрика не притащил вопросик. В вашем блюде есть ягоды? Нет. Убираем все с ягодами. Да, убираем все. Давайте быстренько. Так, хорошо, встречный вопрос. Здесь у нас есть, там у нас есть, здесь у нас есть жареный осьминог, У ваших людей есть море-придурки? Кто-то? Море-кто? Море-придурки. Море-придурков у нас нет в блюде. Но вот море-продукты есть. Сосиска. Ты глупая. Он душнить потом будет. Ты глупая. Ты глупая. Найс. Душнить я, значит, потом буду. Спасибо. Нет, море-придурки равно море-продукты. Вот это куриные ножки, вот это. Вот убери. Так, слушай, если они загадали осьминога, то почему телевизор не работает? Так, девочки, я говорил в первом раунде, или роллы, или суши. Не любят, давайте вопросик. В вашем блюде? Нет. Есть тесто? Да. Убираем все без теста. Быстро. Это пельмени. Это пельмени. Я вам это сделаю. Здесь сюда суши, роллы. Нет. Сосиска. Нет, глупая. Вам же сказали, есть тесто. Я сказал, да. Вы зачем круассан убрали? Сосиска, ты глупая. Но у нас был выбор между пельменями и круассанами. А зачем ты их выбираешь? Так круассане есть тесто. Что там тесто сосиска? Слушай, 50 на 50. Мне стыдно это признать.
узнавать, но ты прав. И кто теперь здесь лучший повар? Никто! А Наташа? А подожди, мы победили или у нас ничья? Ничья. Ничья! Нет, Эдуард, мы победили, мы лучше их, мы мужики, а мы ты... лучшие повара и... Что а есть? Ты сегодня что сделал? Ну, кроме того, что с Хередом все раунды хотел осьминога загадать. Я тебе, Эдуард, помогал. Как? Это ну, в общем, мы победили, Эдуард. Ага. Все, победа! Да. А теперь иди сюда, Бишка. Вот смотри, Херед потерялся в той стороне. А в этой стороне сегодня еще никто не терялся, да? Знаешь что, Бишка? Я не знаю, что. Потеряйся. Да, я надо. Ну надо, Бишка, ну надо. И вот если на дне найдешь там осьминога, вот его себе загадывай! А я ваших осьминогов загадывать не буду! Фу! Каждой серии осьминога им подавай! Этого осьминога загад... О, ты что, потерялся и нашелся, что ли? Я нашелся и вот. А теперь возьми своего нового дружка и потеряйтесь вдвоем. А я пойду. Never smile at the crocodile. Never tip your hat and stop to talk to one. Don't be rude, never mock. Throw a kiss, not a rock. Clear the aisle and never smile at Mr. Crocodile.